Я говорю, вы никуда не пойдете. Слухи, ты меня выставил, вы меня будете... Он оказывает сопротивление, вы это видите? Он не оказывает, как это вы называется? Вы сейчас топите телефон. На вашем же языке. Кто ты такой? Где головной убор? Какой ты инспектор? Чего ты инспектор? Говно, что ли? Эту дверь закрой, говорю. Не, садитесь. Слышишь, я сейчас еду. Что это такое? Что? Давай еще один протокол напишем. Ты что, больной? Что это такое? Ты что, больной? А что это такое? Ничего. Ты что меня трогаешь? Что это такое? Ничего. Ты что меня трогаешь? Что меня трогаешь? Я сижу в машине. Мы сейчас пойдем еще писать бумаги. Туда пойдем. Ты какого черта меня руками трогаешь? Какого черта? Потому что не лезь, я служебная. Она на машине приехала? Да. Давай ее туда отведем. Народ, привет. Вкратце объясню по ролику. Ролик будет прикольный тем, что полицейские, пользуясь своим служебным полномочием, они его превышают. Человека остановили возле дома. Человек передал свои документы, и человек пытался зайти домой, открытые двери машины, открытые калитка, это частный дом был, чтобы забрать маленького ребенка, 5 лет, по-моему, не помню сколько, ну, там он говорил. И он не отказывался ни в чем. Но самое интересное, что они ему применяли за то, что он не останавливался, там убегал от них, у них есть подозрения, они сделали много-много манипуляций. В итоге документы у них на руках, и все равно они его отвозят в райотдел, чтобы составить материалы. У меня вопрос, вы вообще уже полные неадекваты? Это пример того, что кто не видел, вот тут ссылочка будет в описании. Похожая же ситуация, что я не останавливаюсь, я там не реагирую на полицейских и все такое прочее. Но я знаю просто законы, ребят, я их знаю. У меня есть хорошие учителя, это наши адвокаты, вот они представлены, Юрий Кубай и Манько Алексей. Им огромное спасибо. И непосредственно Алексей Михайлович помог этому человеку эти видео, которые к нам попали. Мы их публикуем у себя на канале, чтобы вы посмотрели, как полицейские себя ведут на бодикамеру. Как они ее выключают. Камера должна работать постоянно. Это, кому интересно, загуглитесь. Приказ 1026. Это по фото-видеофиксации. Там все прописано. 10.26. Которая относится к 40-й статье, кстати. Кому тоже будет интересно. Ребят, в общем, долго говорить не буду. Просто посмотрите, как ведут себя рядовые полицейские с обычными водителями, с обычными гражданами Украины. Да, наверное, не только Украины. Человека просто положили в пол, одели наручники и отвезли в райотдел. Бросили открытую калитку. Вышли соседи. Говорит, что ж вы делаете? Поэтому все. Я много говорить не буду. Друзья, смотрим видео. Очень прошу вас, сделайте много комментариев в сторону этих полицейских, может, в сторону водителя, что он должен был там. Он ничего не должен. Пока его вина не доказана, он ничего не должен. Ладно, все, народ, погнали смотреть видос. Давай. Звони сразу командиру, пускай едет. Драгер. Давай.
Водитель, хочу вас если предупредить, 40-я статья закона Украины про нас. Я вам повідомляю. 40-я статья закона Украины про нас полиции ведеться видеофиксация на нагрудну камеру полицейского. Зрозуміло? На 40-ю статью. 40-я стаття закону України про нас поліцію ведеться відеофіксація. Чому ви не зупинялися? Ми вас зупиняли з вулиці Морозова і проїхали аж до вулиці Волжанська, і ви не зупинялись, не реагували на спецсигнали працівники поліції, на зупинку. Чотири А. Хочеш, пошли за мною, я дочь возьму. Не потрібно мені лет. Зараз нікуди йти. Я вам розумію, як вона може зупинити одна залишатись вдома? Да, ну чому одна вона? Тому що я сина відвез на заняття. А мати? Алло. Бабушки. У мене мусора встановили прямо возле нашого дому. За то, що ви не останавливались. Ви не останавливались. Ми за вами їхали. Позвони Яні, вони мене к Іварі не пускають, вона сама вдома. Зараз приїду. Ми вам повідомляємо, що ви не здійснювали не зупинку транспортного засобу, на законну вимогу. Де водійський? Где водительский? Верните. Водительское мы вам вернем. Вы нам его передали. Нет, вы мне его. Мы вам не его передали. Вы мне его передали. Ладно, для ладно. Составления админматериала. Мы пока не составили админматериал. Только на крысу сделаешь. Я не на какую крысу. У меня жена у вас мы работала. Вам поверхностно... Я вам устрою. Мы вам поведомляем, что вы будете. Мы вам запропонуем пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Пожалуйста. Прийде двое свідків. Хоть 100 порций. Так, добре. Буде складено один протокол, як мінімум, за неостановку транспортного засобу. І? Нічого. І що в суді дальше? Будете і що давати дальше? Пояснення свої, і суд вирішує, виновний ви чи ні. Відеофіксація у нас є, що ви не зупиняли. Можете і вашу регістратор, так? А вже ж. А вже ж. Іди заповняй матеріал. Не буде какой-то, да, чого не останавливався. Я Витя. Вас не видел. Води. Води. С мигалками води. Это ваши личные води. Проблемы. Чтобы не порушать. Красного сигнала не было. Води. Был красный сигнал? Я, мы вам громкоговоритель. Мы вам громкоговоритель да кричали. Мы вам здесь. Мы я подъезжал домой. Мы вам сигнал включали. Потом мы вам Алло. Кричали громкоговоритель. Зупиніться. Сейчас. Прийміть какой право экипаж? Зупиніть. Какая рота? 907. Алло. Какая рота у вас? Вторая. Вторая. Документы. Документы. Я вам передам, вы мне передали, я сейчас составлю админматериалы, потом отдам. Я сейчас на крысу, мне сделают, что я пьяный. Я вам не буду на крысу ничего делать. У меня видеофиксация все делает, фиксирует, смотрите. Батальон вот, какой? Второй батальон. Второй. Сюда едет командир, скажите. Да. Давай. Драгер надо, конечно. Да я не знаю. Сейчас обосретесь все равно, ребята. Да что мы обосремся? Мы вам протокол составим за неостановку. Видеофиксации. И что у меня за него будет? Ты подумай. Ну, в суде? Не знаю, в суде применят вам какие-то меры. Какие? Водитель, мы пока вас не отпускаем никуда. Пока стойте здесь, ждем. Погляд на стан алкогольного спьянения выдаст. Если хотите, да. Да, все. Я занесу вещи и уйду. Нет, я вам говорю, вы никуда пока не пойдете. Ты меня задерживаешь? Я вас сейчас пока устраняю перехода, потому что вы сейчас можете уйти, больше не прийти. Нет, я вас я не пущу никуда. Я оставлю. Не надо мне ключи. У вас никакие. Мои документы. Не надо мне. Если уйду на крысу, сделаешь не постановку. Надо мне ни на крысу, нет, ничего. Вы не уйдете. Мы потому пока не уйдете, пока мы... Вызывай второй экипаж. У вас не упало. Сейчас он приедет, командир едет. Едет командир сюда. Не разговаривай там. Шапка упала еще. Так подними. Так ваша ж упала. Сергей Александрович, ведите себя корректно, а? Пишу все, пишу. Зачем? Прежде чем открывать свое, подумайте, открывать. Испугали меня, блядь, не остановили. Мы вас не испугали, мы здесь згідно чинного законодавства. А? Я снимаюся. Говорят, что я пьяный. Сейчас проверю. Я не говорю, что вы пьяный. Есть ознаки, и вас... Вы не останавливались. Мы сейчас проверим вас на состояние алкогольного опьянения на месте. И застосование алкотестера Драгер 6820. Давай. 6820. Проверим. Если вы не употребляли, вам будет вынесен один протокол. Хорошо.
И одно постановление. Они говорят, что я не остановился на Морозова. Но едут они со своей синей мигалкой. У меня идет музыка. Что я им должен? Мы вам вымали, конечно. Ничего. Вы как быстро ехали. Хорошо, красиво. Да он меня выхватил из рук. Я вас не выхватывал. Выхватывал. Я не выхватывал. Вы мне передали. Мне передали. Нет, я тебе не передавал. Говорю, у меня фиксируется все. Вот. И посмотрим, кто выхватывал, кто передавал. Документы мне свои предъявить для начала. А, конечно. Без проблем, смотрите. Ты можешь записать, Таня? Пиши. На свет. Дукач Эдуард Викторович. Да. Могу. На. Я не буду ни с кем говорить. Я не знаю. Он на громкой связи. Эдуард Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Ничего. Данный человек ехал, двигался, не останавливался, на требования остановки патрульной полиции не реагировал. Ну, послушайте, это же ваша задача сделать так, чтобы человек понял, что вы его останавливаете. Ну вот, мы сделали вот, все как можно. Мы кричали, громкоговоритель, примите право. Он сначала хотел, отреагировал, принял право, начал притормаживать, и потом начал двойную сплошную пересек, не доехал до перекрестка, и по частному сектору, у меня есть видеофиксация от начала до конца, как он двигался. Послушайте, у нас летняя дочка, одна дома. Я вас прекрасно понимаю. Человеку нужно было остановиться, а не убегать от полиции. За нарушение правил дорожного движения мы ее хотели остановить. Невыполнение 9-2-Б, знаете? И двойная сплошная на перекрестке там. Он не выехал, нормально проезд перекрыт. Конечно, есть. Вот, регистратор он на лобовом и до сих пор снимает вас, представляете? Эдуард Викторович. Так. А вы можете подъехать к нашему дому, чтобы мой муж убедился, что с нашей пятилетней... А мы возле дома стоим, а мы как раз ехали возле дома. Как раз. Так, а почему вы не пускаете? Потому что сейчас на данный момент, до момента освидетельствования, человек никуда не пойдет. Приедет командир... Командир приедет, освидетельствование проведет, трезвый, составим протоколы и будет идти уже... Я вам еще раз повторяю, сейчас приедет командир, пройдет освидетельство на данный гражданин. Молодой человек, он лучше зайдет домой. Если он не зайдет домой, то приеду я. Приезжайте вы и заходите домой, вас никто не задерживает. Я вам говорю, вы никуда не пойдете. Да, ой, глупи. Ты меня арестовал? Вы меня будете... Ты меня арестовал? А ну ударь, ударь, я не ударю, ударь, ударь меня, руки, говорю. Я знаю, что... Откройте вы, пожалуйста, мой двор. Нет, 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 нет. Нет, не надо, не надо. Бойцы. Держи, 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 держи. Ты на крышу меня не поставишь. Я вас не буду на крышу. Ты мне документы вырвал на крышу. Я вас не буду составлять протокол. Ты меня домой пишем. Не пускаешь. Пишем, и 183, и 185. Сейчас, дай позвоню. У меня все фиксирует. Да, поедем в райотдел. Позвоните моей жене. Они меня в райотдел собрали, видите. Руки. Возьмите мне телефон. Газовый баллон. Не, возьми. Мы вас предупреждаем. У меня дочь маленькая дома. Ты, сука, мусор, блядь. Тихо, возьмите. Поехали, куда хотите, мама! Возьмите мой телефон, я поехал. Никто телефон его и не забирает. Руку. Он оказывает сопротивление. Вы это да видите? Он оказывает... не оказывает. Как это, вы, как это называется? Вы сейчас растопчите телефон. Так. Руку, говорю, за спину. Так что? Снимайте у вас на у нас все снимается. Снимайте. Руку, видеофиксация ведется. Всего. Хорошо.
Зачем вы на человека напали? Никто на него не нападал. Ну о чем вы говорите? Я, Лина, вы не нападаете. Вы здесь стоите и стоите, фантазируете. Он возле своего дома. Ну и что? Это дает ему право нападать на сотрудников? Оказывается, сопротивление. Это вы на меня напали. Руками махать сотрудниками полиции, это как, нормально? Это вы напали возле своего дома. И будете данный водитель не осуществлял остановку. Подождите, на требования. Водитель, он возле дома. Дальше что? А не на улице. Не на трассе. Нет, не больно. Ты что хочешь, пиши. Зато ты мне дочь дома осталась, как видишь? Телефон дайте. А можно мой телефон? Он у вас? Ну, говорю, а то... Телефон мой. Я без телефона не уеду. Где еще один телефон? Где еще один телефон? Я в наручниках, Таня. Алло. Они меня сейчас не поломали. Да, они еле. Ну, еле остановили, еле догнал. Я сам остановился, вы что, вот дома. А не остановка, что? Ну и что? Что? Хорошо, так что это причина для того, чтобы одевать наручники? Я вам объясню. Я вам объясню. Подождите, пожалуйста, здесь идет рассмотрение дела. Я вас хочу отстранить от рассмотрения дела. Я инспектор патрульной полиции. И что? И что? А вы кто тогда? Я его жена. Ну и что? Подождите за дверью, пожалуйста. Так я вас выведу отсюда. Не выведу. Нет. Да. Нет. Да. Нет. 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 Сомневаюсь. На каком основании вы меня выведете? Я еще раз говорю. Вы меня не выведете. Я вообще не включаю. Я стою тут, я уже писать мешаю. Все, я вам задаю какие-то вопросы. Не абсолютно надо мне нормально. Задавать вопросы. Я вот занят, занимаюсь делом. Так вы же кто? Защитник мой, как я гражданин. Инспектор патрульной вот, полиции. В том-то и дело. Да. Вы что должны делать? Служите, защищать. Ага, а вы что делаете? А вы не всякой страдаете.
Я сейчас вас составлю еще 173. За что? За нецензурную лайку. Где? В мою сторону. Где? Я это к слову сказала. Как для связки слова, я не сказала, что вы там что-то. Я говорю, вы ерундой занимаетесь. Я понял. И не о чем нам больше с вами разговаривать. Так нам вообще в принципе не о чем разговаривать. Да. Нам за ребенком ехать через полчаса, у вас еще на полчаса. Не езжайте, я вам ничего не... Нет, я уеду со своим мужем. Мы поедем сначала в наркоцентр. Вы не поедете в наркоцентр. Вы давайте вам мне не будете рассказывать. Да я вам еще план буду рассказывать. Хорошо. Кто такой, чтобы мне что-то говорить? Или выводить меня отсюда? Если вы меня тронете, так я на вас заявлю. Да, пожалуйста. Вот, райотдел, можете взять бланк заявления. Прямо сейчас? Прямо сейчас, да. Что ты это было? Ты к дому подъехал. Пусть включают эти красные мигалки. А что они с синими ездят? А что вы с синими ездите? Потому что мы же работали в полиции. Мы кричали в громко полиции. Это ваша задача. Сделать так, чтобы вы поняли, что вы его останавливаете. Этим вашим банкой, вот этой вот. Какой вы руководитель? Неважно. Слушать музыку вас не слышит. Мы его сравнивали с ним, он уходил от нас. Откуда он знал, что вы его останавливаете? Конечно, мы кричали к нему. Он сначала хотел остановиться, а потом поехал. Я не хотел остановиться, я автобусом езжал. А Suzuki Swift у нас ездят 100 штук. Да, когда я кричу Suzuki Swift, и вы только один вообще не слышите. Принять право остановить. Дай нам руки. Ну а если он уходит? Ну хорошо, тогда поедем в больницу. Так. Как вас зовут? Татьяна. Не надо устраивать кипиш, пожалуйста. Ну как не надо? Ну с какого черта вообще мне какие-то люди непонятные хамят и говорят, что меня там откуда-то выведут. Никто вам ничего не говорит. Вот смотрите, камера. Давайте так. По камере у нас фиксируется, как сейчас ваши действия. Она работает. Хорошо. Валенко Юрий Евгеньевич, не устраивайте, пожалуйста. Но я не хочу, чтобы мой муж ехал в наркоцентр. Причин для этого это нет. Ваше право. Но причин нет ни одной. Не надо, пожалуйста, вот это выдумывать бедное лицо. Пожалуйста. Но вы же понимаете, извините, что это... Такое же есть признак, вы знаете, вы же работаете. И что? Я уже год или полтора такой, не работаю. Такое есть признаков? Я не помню. Есть расширенные зрачки. За зрачками все в порядке. Вообще кстати, расширенные. Давайте на свет выйдем. Они тогда должны судить. Есть поводинка, вообще на лицо, да. Я, к сожалению, не доктор, вы знаете. Я только подъем. Но это бред. Вот если бы не было вот этой ерунды, я бы стояла и молчала. Написали в своей бумажке, мы подписали и уехали. Ну что, наркоцентр – это перебор. Поговорите, пожалуйста, со своими сотрудниками, или давайте выйдем, покурим, поговорим с вами спокойно. Нет, я все равно буду есть. Положите, пожалуйста, мне материалы. Ой, водительское его, пожалуйста, на стол положите и идите курите. Я буду писать материалы. У вас есть там копии, вы что это фоткали? Я не отдала. Пишите, пожалуйста. Вам, вы ознакомились с ним, вам передали, вы его видели, фоткали. Рапортом отпишитесь, хорошо. Да. Ознакомились, но не передал, без проблем. Постанову еще одну написать. Что хотите, пишите, а вот есть. Пойдемте. О чем я? Слышишь, Марш, чтобы не ушел, чтобы он не убежал. Он может убежать.